Утром в ивановских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что правоохранители задержали генерального директора водоканала Олега Тихонова. На самом предприятии прошли обыски. Позднее эту информацию подтвердили в региональном управлении ФСБ. Так, в отношении руководителя акционерного общества возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Следствие полагает, что подозреваемый в течение последних 10 лет заключал договоры на закупку оборудования с подконтрольными ему предприятиями по завышенным ценам. Руководитель снабжающей организации задержан на 48 часов до предъявления обвинения. Объем ущерба, нанесенного компанией, не уточняется. Напомним, что Тихонов возглавляет водоканал с 2006 года. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до 10 лет лишения свободы.